Короче, всем здорово. Здрасте. Сегодня мы с этим чили-пиздриком в хардкоре будем проходить несколько сотен тысяч слоев. И я наконец-то вернулся. Да. Во-первых, мы чуть-чуть неправильно начали, так что сделаем вот так вот. И что ж, кстати, яйцо выпало. Круто. Так что, сегодня мы должны убить дракона. Ну, ага. Точнее, попытаться. Сегодня мы пойдем в ад, мне кажется. Короче, сегодня просто будет охрененно, но нужно установить правила. Правило номер один. Какое? Вот за вот эту вот границу вылезать нельзя. То есть, вот как-либо строиться туда, как. Ну, смотри, вот тут блоки, это нельзя, понял? Запрещено. Да. Понял? Да. Второе правило бойцовского клуба — не рассказывать о бойцовском клубе. То есть не драться? Да. Понял. Иди здесь, я твою бабку. Тихо. Так, ну что ж, начинаем. Сразу, ребят, хочу кое о чем высказаться, точнее. Я не знаю, что происходит с Ютубом, но... Ну, точнее, я знаю, но не думал, что из-за этого все будет настолько плачевно. Короче, я как будто бы нахожусь в теневом бане, но это не точно, потому что на шорсах у меня просмотры нормальные, а вот на обычных видео как будто бы я в теневом бане. Кстати, Саба, ничего. Я забыл. У нас следующий слой незерский, так что я буду ломать незер. А, незерит! Блин. Ой, я хотел сказать незерит. Так, ладно, я ломаю. На а тебе, ты... на тебе. Или у тебя есть? Спасибо, не на... Да, блин. Сейчас сломаю ему. Ау, я под водой. А, блин. Так это я... долго придется. Ладно. Сейчас, секунду. Нужно это сломать. Мне кажется, надо расчистить тут территорию. А я пока что сломаю тут незерит. Давай, ломайся! Ломайся! Я каменщик работу... Ладно, давай кирку сломаю. Я каменщик работу 3 дня! Давай, работай. Я пока что землю возьму чуть-чуть, я не знаю зачем, но... Только там, где... Да блин, овца, не мешай мне! О! Что? Изменились... Ты сломал? Да, изменились эти... Процесс ломания, да хватит, текстура... Мне животные мешают, можешь их убить? Ну ты, в принципе, ломай. Я тебя огорожу. Идите отсюда. Иди отсюда! Идите нахер! Ломайтесь! Тихо! Ломайтесь! Я боюсь жителя бить. Почему? Он может цены завысить. Все, на тебе. А что у него хоть в трейде? Я тебя... не забыл. Я не знаю. А, нет, он бестрейженный. А, ну хоть спасибо за защиту. Ладно, мне кажется, ты заспавни... прав. Мне кажется, ты прав, и нужно убить вот этих Олегов. Нужно заспавнить тебе деревья. У нас же эти остались, как там зовут? Да. Я тебя понял. Ну, вообще, да, у нас есть эти саженцы. Я вот это вот выкину пока что. Итак. Короче, наша задача — это не какого-либо, ну, типа, давай, не устраивать какой-нибудь спидран или типа того. Ой. Просто нет, выживать. Нет. Как раз таки это спидран. Это спидран. Так что. Ну, мы начали. У нас хоть огород будет. Огород-то нахера? Ну, чтобы выживать. К сожалению, я не нашел версии этой карты такой, чтобы. Как вам объяснить? Короче, эту карту увидел у одного западного ютубера, если кто не знает. Если кто знает, его зовут Куки Год. Или Куки, что-то там. Чуть-чуть, давай. Что там у тебя? Ну-ка не давать. Ладно. Давай. Так вот, я эту идею нашел у одного западного ютубера. И хочу сказать, что мне она очень сильно понравилась, но проблема была одна. Сломал! Хорош. И у нас следующая... Арбузы? Нет. К сожалению, нет. Так вот. Так. Дай мне договорить, пожалуйста, не перебивай меня. Так вот. Я эту идею увидел у одного западного ютубера. Мне она очень сильно понравилась. Я начал искать карту, я нашел ее, но проблема была в том, что где бы и как бы я ни искал... Как здесь выбраться? Никак. На. Вот, держите. Это вам... Мистер кто-то. Это кварц или это что? А, это кость. Рыхлый снег. И этот рыхлый снег пропал. Сейчас чуть-чуть пролагало.
Так вот, дай договорить, пожалуйста, хватит меня на каждую секунду перебивать. Так вот, я искал карту, но не нашел такую, как у Куки Года, потому что у Куки Года была такая хрень. Смотрите, когда ты заходил в портал, вот у тебя же сейчас вот, так, вот такая вот хрень слоеная. А в Незере этого не было. Незер был самым обычным, и меня это очень сильно подбешивало. Я как-нибудь потом еще попробую поискать, но сейчас есть только такая версия. И, кстати, надо бы подкрепиться. На вам. Грави нашел. Грави, это, кстати, хорошо. Stone Age. А ты продвигаться будешь, что ли? Рожать буду. Паутина? Ты не планировал там, ну, типа, как-нибудь правильно строить? А, вот. А, золото, кстати, нашел. Хорош. А, так, Deep Slate. Deep Slate. Я выберусь, пожалуй. Меня! Я не могу эту паутину ломать. Я, пожалуй, добуду всего, что тут... Чтоб не мешало, короче. Вот этот выкину. Все, наконец-то сломал паутину. Жаль, что с нами нет одного друга. Ну, потому что он маленький. Пидорас. Тихо, мы тут не материмся. Так вот, его с нами нет сейчас, хотя я его очень сильно хотел позвать на съемки. Хотел его позвать, но он себя нашел новых друзей. Чтобы они с ними играют. Да. Так что сейчас мы вдвоем, если получится, потом позову больше людей на эту же карту. Это, наверное, будет наше выживание. Тут пару серий тут сделаем. Вот. И когда ты закончишь? Да. А как этот блок называется, который зеленый, но похож на булыжник? Этот, как его, предмарин? Возможно, он. Ну, тот, который этот, да, встречается, блядь, как там его? В воде? В воде, ну да, в воде. Ну тогда этот. Опа. О! Что? Арбуз. Арбуз, привет. Я прям прочитал. Арбуз пернул. Так, я, в принципе, земли накопал, можем выдвигаться. Я арбуза на топу. Мне кажется, нам не надо будет подниматься в ближайшие пару часов. Так, на тебе крафтстак. И почему ты так копаешься? В смысле, нельзя? Нет, нужно лестницей. Ты же знаешь, что под себя копать нельзя. Ты идет? А что? А вдруг там лава как-то? Лесенкой копаться надо. Как? Лесенкой, чтобы мы смогли спуститься. Так, ой, извиняюсь. Так. Отойди, и там арбузы. Арбуз, привет. Так, я, пожалуй... поставь ферстак. Сейчас, секунду, найду в инвентаре. Вот так. Давай по-бырому. Ладно. Кстати, тут дерево есть снизу. Надо взять вот это. Так, я сейчас нам освобожу путь. А ты мне скрафти еще. Что у вас скрафтить? Ну, еще инструментов. Ладно. Ладно, тут у нас есть дерево. Так что... ты же камень нашел. Это камень? Ну, это Deep Slate, он считается за камень. А им хоть можно крафтить? Да. Да ладно, так, сейчас подожди, попробуем. Я поднимусь и порядок наведу, иди отсюда. Да за что? Эй, оставь хоть свет, я ничего не вижу. Да ё-моё. Сейчас тебе дам свет. Факел нужен. О, спасибо. На тебе свет. Ура! На тебе свет. Это что? Не надо мне этого. Ладно, мне кажется, потом надо лёд? Лестницу сделать, реально. Тонкий лед. А я не знаю, какой это лед. Это лед. Эмеральд! Че, реально? Редкий эмеральд. Подожди, так это... это Deep Slate ебучий. Так, нужно... Блин. Знаешь, что нужно? Ну? Не знаю. Я тоже не знаю. Для счастья нужно посадить сына, родить дерево. Это что? Это снег. Надо расчистить. А какой это блок, я не знаю. Надо расчистить территорию 3 на 3. Так, какой это блок, я не знаю. Ты про что? Ну, посмотри вниз. А, снизу это грибосвет. Шерсть? Или это песок? Только фиолетовый. Лазурит. Слышь, дай мне каменную кирку. Ой. Или скрафти. Блять. Спасибо. Знаете, еще
И не копайся так странно, пожалуйста, копайся лесенкой, чтобы мы могли спускаться. Понял? А, лазурит, хорошо. Ой. 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 Это было ошибкой. Итак, лава. Лава. Там дальше лава. Охренительно. Я же говорю, лесенкой копайся. Опа. Блин, ну давайте мне... тогда так. А, тут... а, вот. Так, ну вроде все норм. Я пока что... а, хотя... Я пока что займусь этим. Добычей камня. Как лесенкой копать? Зачем тебе... Блоками застрой. Ща пытаюсь. А, ты... Я тебя понял. Я пока что камнем займусь. Так, ладно, нужно как-то... это сделать. Но мне даже интересно, какой следующий слой. Ну, наверное, да. Наверное, это слой. Какой... Опи. А эти можно застроить. Секунду. Нужно использовать... вот это. И теперь не будет никакой лавы тут. Два, Аня три, есть. Четыре. Что? Незерак? Там Незерак следующий. Незерак? Ну, он, в принципе, копается легко. Это золото. И антезит, наверное. А! Блин! Ты упал в лаву? Ну, что такое? Тебе помочь чем-нибудь, я не знаю. Я не знаю. А, вот ты. Я тебе пару блоков скину, я не знаю зачем. Да, чтобы застроить. Спасибо. Так. Итак... Я арбуз в левую руку возьму лучше, то... О, губка! Судя по тому, что ты там видишь... Да, это диарит. Это диарит? Да. Это диарея? Да. А это губка... Возможно... Кстати, кто заметил, что у меня FPS повесился? Повесился. Это сухая губка. Это нет. Доски? Это не сухая губка, это содиум. Я нашел доски. Я пожалуй, верстак возьму. Доски. А! Блин, наверное, единственное... Тортик! Там тортик. Наверное, единственное, что мешает, это незеритовый блок в начале. Я нашел тортик. Сейчас у нас типа спидран, но потом, когда вот первая серия кончится... Или... Так, как, я короче, могу когда это мы... сломать? Я не знаю. Короче, когда мы дракона убьем... О, железо! Нашел железо. Когда мы дракона убьем... Да-да-да, говорить, хватит меня перебивать. Так вот, когда мы закончим этот сезон... Ой, не сезон, а этот. Нет, у нас будет несколько сериалов. Я не знаю. Я нашел железо. Вообще, прикол в том, что у нас уже был канал. Это будет на новый канал записываться, если ты не понял. Да знаю. Так, я буду ломать железо. Так вот, RamUserComp, если хотите, можете перейти, там есть о чем подумать. Теневой бан не выдался как раз на него, я вот прям сейчас решил, что буду так, новый Сава, канал снимать. А ты чего? Можешь когда здесь спуститься, тебе железо там? Зачем? Не хочешь железо? Кстати, у нас ночь. Я не знаю, чем... Грибы. Чел. Грибы. Хотя нет, наверное, не буду на новый канал заливать. Лучше давай один раз вот это вот залью на основной, а потом если... Вот и он очень плохо наберет. Андрей, выключи! Так вот, если и он плохо наберет, то тогда... Так. Придется все же создавать новый канал и признавать, что я в теневом бане, либо я не знаю... Потому что мне реально кажется, что я в теневом бане, хотя шорцы говорят об обратном, потому что они, ну, набирают. Я почему так много тринжу? Я, кстати, нашел белое стекло. Подожди, и... Подожди, лови. Так как? Я в самом низу. Я даже не знаю. Так, я нашел аметист, эмеральд, только не редкий. О, ё-моё! Мобы? Нет. Ты не лесенкой копаешься. Да я не знаю. Алмазы. Какие алмазы? Твою мать! Тихо! Что там было, кстати? Подожди. Там алмазы есть. Снизу. Твою-то мать. Так вот, что ты так строился. Да я не знаю. Лесенкой копаться надо. Там не вообще пум. Ладно, копайся просто 3 на 3. Понял. Чтобы я потом смог это... Так, Саба... отремонтировать. Я должен к тебе прийти, нужно дать тебе... По жопе? Да. Пожалуйста, не надо. Да я знаю. А чего? При помощи каменной кирги можно добыть лазурит, это как? Ты где? Я сейчас приду. Ты где? Да, мне все еще не нравится мое качество микрофона. Согласен.
Потому что я за... Потому что мой микрофон это буквально телефон. Угу. Итак, Саба, знаешь, где я? Ой, блядь. Без мата, ёпта. Итак, забирай железо, только я не знаю, чем ты будешь плавить. Так что мне похуй, я валить. Блин. Пожалуйста, не мешай мне. Блин, а я камни вообще мало взял. А, не, у меня вообще не осталось. Переплавь дерево и хоть. Мне кажется, дерево переплавить зачем? Так, это что у нас, кварцевый блок? Где? Пшеничка? Ты где? Я же сказал, лесенкой стройся. Да, блядь. Да. Ладно, просто стройся 3 на 3. Можешь сам 3 на 3 сможешь? Можешь сам достроить. А это что? Губки. Зачем нам губки? Не знаю. Нашел и все. Итак, я нашел пшеничку. Это хорошо. Блок для Вардена. Он, кстати, экспи мне дал. Так, он не ломается, забыл. Мне кажется, надо построить этот... Опять доски? Дорогу наверх. А, нет, это опять книги. Смотри, как уголь, я... Уголь. Лука, смотри, как я копаюсь. Вот, смотри, вот, 3 на 3 копаюсь. Да. Только смотри, вот, иди сюда. Иди сюда, вот, подо мной. Да, блядь, я не знаю, где... Я потерялся. Подо мной иди, бля, я не знаю, как тебе помочь. Сейчас. Иди под меня. Это не там. Двигайся. Лево, право, лево. Стой, стой, стой. Вот я. Стой, стой, стоп, стоп, стоп. Да куда ты закрыл? Да не, кстати. Во-во, вот тут будешь копать 3 на 3, понял? Да. Вот так вот будешь копать. Ты ж понял? Ой. Не бить. Дай мне это, верстак. Я тебе да, отдал. За что? Я тебе... А, ты мне второй отдал. Или ты его как-нибудь послал, я не знаю. Я не знаю, блядь. Да сейчас я тебе все раскопаю. Ой. Я, кстати, там уголь нашел. Так как? Вот так. 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 А, вот лесенка. Ну, хотя ладно, сейчас вот неплохо. Ну, лучше сломаем 3 на 3. Вообще, да. Но пока что, мне кажется, вот так вот, а потом мы справим. Тут-то. Почему они такие яркие? У нас нет. Ага, у меня темно. В принципе, у нас... Паутина! Можем сделать кровать. А, блин. Из паутины сделать кровать? Ну да. А как это? Из паутины крафтится шерсть. А ты не знал? Да, я знаю, просто забыл. Просто забыл. Нет, пока, что, можно... пока что сделаем такую лестницу, в принципе, нам все равно придется на что-то их ставить. Кварцевые блоки. Так, я, в принципе, тут, если есть, то добуду пару сотен тысяч. Пшеничка? Нет, деревья. Ой. Переплавь как-то железо. Да сейчас я до камня доберусь. Да, блядь, ничего не видно. Я же где-то видел. Может, штору закрыть? Не знаю. Сейчас, секунду. Закрой штору. Угу. А, вот ты тоже тут неправильно чуть-чуть сделал. Да ладно. О, все. А вот и уголь. Это дизайн. Или дизайн. Уголь. Так, ладно. Блок, который используется в Анди. Сейчас. Ты как будто это... вот этот мем. В главных ролях. Конченый идиот. Полный пидорас. Или так. Блин, у нас много блоков, которые не подбираются. А я сделаю палки наконец-то. Палку-махалку нужно сделать. Надо... Нет. Надо вот так вот. И вот так. И теперь я наконец-то могу видеть. И знаешь, вот сейчас вот сижу. И знаешь что? Ты чё? Что ты делаешь? Делаю кровать. Подожди, это получается так, математические расчеты. Нам нужно 18 нитей. Нитки. Тогда давай ломай. Мы же миллионеры, новую купим. Сейчас. Нужно, во-первых, найти камень, чтобы потом делать печку. Ё-моё, оно улетело. Я, кстати... Оно улетело!
Сломаешь 3 на 3 потом, а то я тут новые блоки добываю. Красная шерсть? А ты что, не можешь? Блядь. Что это? Item Hopper? Item Hopper? А, блин. А, уже день. Мы чуть не успели. Подожди, у тебя же есть верстак? Да, есть. На тебе и на тебе. Из этого можно сделать... Блин, я опять не рассчитал. Так, чё, сколько их? Не-не-не, подожди, я тебе мало отдал. Нужно 12. У тебя 10. Я опять хреново рассчитал. Туда еще один, а хотя нет, два нужен. Так, а это у нас что такое? Блядь. Это у нас медный блок? Медный. Блок of copper. Copper 9. Ты чё? Можешь нормально копаться? Ага. На тебе две нитки. Я тебе кинул их. Там... Во-первых, уже достичь дойти двух ниток. Я даже не знаю. Вот. Что случилось? Я чуть не умер. Да ладно. Если чё, мы в хардкоре, напоминаю, ёпта. А, да, блядь. Итак, нужно... У нас режим хард установлен, и мы на хардкоре. Вот, блин, как показать. Вот. Да я знаю. Охренеть. Пожалуйста, ты сломай 3 на 3, а то у меня... Подожди, тут... у меня тут свои дела. Деньги? Дела, не деньги. Да не, блок, который похож на денег. А, эти? Блин. Ладно, я тоже сломаю на зарит. Точнее, на заритовый блок. Ты будешь... Чтобы более... Может, хотя бы алмазный блок, чтобы его ломать. У меня, кстати, инвентарь перепал. Скрафтить алмазный? Ну, это еще нам надо это самое. Синь... А это что у нас? To make those rainbows... Чтоб ты жил. Нужно как-то выживать. Наверное, будет неудобно это все в этом. В... Что это? Конкрет? Блять. Наверное, неудобно это все будет в капкуте соединять и ждать, пока оно выгрузится. Так что... Синий конкрет. Нет. Не угадал. Да нет, я нашел синий конкрет. Так вот. Железо? Наверное, в следующий раз будет микрофон еще хуже, но это хотя бы... Ускорит, наверное, выход роликов, потому что мне не придется ждать, пока все фрагменты соединятся и выгрузятся. Я еще железо ношу. Хорошо. А это у нас что? Ломайся. О, эмеральный блок. Не-не-не, это слишком долго. Книги. А зачем мне книги? Вопрос такой. Я ой. Ты ой? Да, я ой. И он еще... Как ты... А. Окей. Сейчас я буду делать... Эмеральный блок. Можешь нормально копаться? Да сейчас. Выйду и потом сделаю... О, еще один лед. Вот кирка сломается и поднимусь. Эмеральный блок, лед. Ой. А вы... А это что? А вы себе профессию сделали, что ли? Этого не хотел. А это что у нас? Это у нас синий конкрет или другой? Не знаю. Так, надо это все выложить. Надо выложить. Так вот, наверное, не... Зеленый конкрет. Наверное, я не сказал, но... Там у нас зеленый конкрет есть. Чел, который, наверное, будет смотреть. Не понял. Который... Что-то... Земля! Так вот. Уже было так рядом копать. Чел, который, наверное, с нами не пошел, который с другими челами играл, наверное, посмотрит этот ролик и, ну, либо возможно, мне, либо в комментах напишет, типа, Редстоун нашел. А чё вы меня не пригласили? Я Редстоун нашел, кстати. Это хорошо. Но мне нужно... Я вообще забыл, как этот... Да. Блок называется. Да. Бля, надо повысить чуть-чуть. Итак, что у нас дальше? Включи свет. Еще один? Включи свет. Свет? Тут, если что, будет печка. Я думал, это с улицы. Орут. Подожди, а там... Орут. Че? А, у меня уже кирка сломалась. Ты я поднимаюсь. Сверху есть некоторые ресурсы, если что.
Я понял. Чем тебе помочь? Помоги застроить 3 на 3 свой. Не знаю. Такого я не знаю. Блин, а чем переплавить? А, вот дерево. Итак. Самый тупой чел в мире поднимается наверх. С этим не поспоришь. Я не тупой. Да, блядь. В смысле, ты не тупой? Ты где? А, вот ты. Иду! Давай, иди. Еба. McDonald's Rainbows. На-на-на. Я не помню текст. На-на-на-на-на-на-на. Ну, а тебя в караоке записать. Спасибо, но я этого не хочу. Не хочу. Just the two of us. We can make it this bit time. Just the two of us. А, я же голодный тортик съем. Оп, ням. Все, съел. Хорошая идея. Нужно лестницу. Если что, тут уже все плавится. Ничего себе. Там есть печка? Агась. Ты железную кирку сделал? Я закинул железную переплавку. Здорово. Если что, вот тут есть алмазы, их как раз таки. Ой, не тот блок. Добудем. Ты издеваешься? Да, блин. Хоть, пожалуйста. Экономист? Так, где печка? Отлично, три железа есть. Скрафчу себе железную кирку. Так вот, спасибо, Лук, что заставил мне железную кирочку. Так что... Эй, я шахтер, так что дай мне. Не-не-не-не-не, нифига. Ну дай! Это что это? А, это скалк! Да, отлично. Блин. А, понятно. Хотя, ладно, мне кажется... Дай хотя бы алмазы. Да подожди. У меня есть кое-что. Эффект. Я сейчас нам эффект пропишу, чтобы мы в темноте видели. А то зрителям, мне кажется, будет очень даже неудобно. Привет. Я просил скинуть железную кирку, а не все. Ну дай. Так случилось. Ну дай хоть алмазы. Ща, подожди. Я отсюда тебе скину. Это что? Дать алмазы? Я тебе не говорю. А, кстати, да, алмазы копать. Дай хоть говно. Ща, подожди. Дай 3 алмаза. Алмазы! Вот, принеси нам это. Да. Принеси. Грудь? Нет. Понял. Ты наверняка понял, о чем я говорю. Вообще понял, если нет, честно. Мне кажется, нужно дырку изменить. Так. Это сюда. А ой. Так, жители, отойдите, мне нужно. А, у них профессия есть? Ну да, я случайно. Так. Давайте сломаем эту землю. Андрей, хотя ладно, но вроде как не так уж страшно. Если что, у нас тут один чили-пиндрик играет. Который мешает нам. Да, блин. Дай... Можно взять блок? Нет, я вам запрещаю. Жители, отойди, прошу, а то я тебя бить буду. Можешь... Да, блин. Я случайно ставлю охренеть. Блоки. Итак. Ну да, ты ж телефоны играешь. Угу. Вот и все, вот и весь. Банк завалил. Ты че? Хуй. Так, ладно. А. Что? А. Б, можно сказать. Давай иди сюда. Иду. Потом давай мы сюда лестницу поставим. Опа. Точнее, не лестница, а ступеньки. Ступени. Ступени. Давай быстренько. Мне алмазная кирочка нужна и назаритовый блок сверху сломанный. Может, тогда еще сломаем эти назариты и сделаем опять на 3 на 3. Кстати, мне еще хлеба 3 сделать. 3 на 3, мне кажется, с назаритом это не надо. А мне это хлеба сделать? Хлеб не надо, у нас арбуз есть. Арбуз, привет. Короче, твоя задача сейчас принести мне, во-первых, алмазную кирку, затем... накопать алмазов, сделать нам сеты, сделать нам... Не, сначала нам сделай этот. Тут есть хоть мобы? Конечно, есть. Но не тут. А злые мобы? Не знаю. Сейчас будем ломать незерит.
Но если что, из Назарита нельзя ничего сделать из-за того, что тут нужны эти прокачивающие, ну вот эта хрень. Так, я понял, как тут ломать. А, тут деньги. Я вообще делаю все, что хочу. Just the two of us. Так, Саба, я сейчас тебе скину в эту огромную дырку, так что на, держи. Точнее. В смысле? Не выкидывается? Сейчас не выкидывается. Давай, выкидывайся. О, теперь все. Не долетело. А, не долетело. Я просто на другую точку смотрел. Так. Ну, надо вроде... Быть... Подожди, подожди. Охренеть, ты там прокопался, правда, неправильно. Ну, короче, познаем по-новому, ничего страшного. Повторение мое ощущение. А это что? Это чем копается? Да я случайно. Что случайно? Так, ломал. Ага, конечно. Кстати, принеси эмеральды, я буду ими трейдиться. С жителями. Идея хорошая, но сначала надо им нормальные профессии отдать. Потому что профессия рыбака не очень-то и соответствует, ну, да, чему-нибудь, я не знаю, чему-нибудь-то он не соответствует. Не очень-то и хочется мне рыбака иметь себе под жопой. Да, ладно, я тебя понял, но я буду ломать незерит. А, ты уломаешь? Да. Вот хорошо. И... Кстати, опа. Доспехи нам не помешают, потому что это хардкор. Угу. Это, конечно, очень сильно круто, типа, мы очень крутые, хардкор, вся хрень, но также это очень сильно настораживает. А почему мог бы не спауниться сверху? Вот я и тебе об этом говорю. Вот перед тем, как мы вот все не расчистим, мы не будем расширяться в ширину. Потому что сначала нужно все слои увидеть, чтобы, итак, чтобы нас не сошли за читеров. Все, я выкопал 3 на 3. Чтобы нас не сошли за читеров, а потом можно и расширяться в другие стороны. Все, я сделал 3 на... А, уй! Что? Вода летит. Куда, вниз? Возможно. Ага, конечно. Блин. Да, блядь, не капайте водку. Ты все тут затопило. А, нет. Оперативно ты убрал. Так, жители, а, нет. Вы мне нужны, я вот поэтому вы уйдите отсюда. Да. Можешь воду убрать? Я не знаю, он сам уберется. Скоро. Через 5 лет. Ты уже убрал? Кстати, может там воду поставим, чтобы мы хоть не умирали? Не знаю. А, кстати, идея хорошая. Но ты нам пока что этих доспехов всяких... Наверное, инструментов. Скрафтить? Да-да-да-да. Вообще-то я в... В что? Неважно. В телефоне играешь. Да. Ну и где вода пропадает? Да не знаю. Ладно, ща приду. Уй. Так, ладно. А я пойду ломать блоки. Там реально не пропадает? Да, не пропадает. Там... А, понятно. Что случилось? Она пропадает, но очень сильно медленно. Понял. Давайте тогда... Пропади. А, ты новые слоя добываешь? Ну да. А ты что, бездельничаешь? Это тебе за бездельничество. Да, вообще-то я в хардкоре. Вообще-то я знаю. Так, ладно, ща посмотрю. Ладно, я тогда алмазы добывать, так что я пошел. Давай. Сделай нам чего-нибудь хорошего. Попытаюсь. Если кто-нибудь из нашего комьюнити, ну, в смысле, вы все из нашего комьюнити, короче, из нашего DS-сервера кто-нибудь это смотрит, я могу вас сюда пригласить. Да и, в принципе, тот, кто новенький, ну, не в смысле новенький, тот, кто смотрит, тот, кто сейчас смотрит ролик, мы вас тоже можем добавить сюда, вы будете играть, но только по расписанию. Как мы и сказали. Да. Итак. Хотя нет, мы этого не говорили. У меня инвентарь забился. 8 всего. Да. Итак, понятно. Значит, мы будем добывать... У меня инвентарь забился. Нам нужно 48 этих. Нам нужны лестницы. Там же дерево рядом где-то.
Нам нужно сюда вот поставить лестницу. Короче, на тебе алмазы, вся хрень, на мне копание. Вся вот остальная. А железо нам случайно не надо? Да нет, вроде. Ну, это как он? В принципе, надо, но мне кажется, у нас его достаточно. Итак, то есть нам нужно 48 алмазов, чтобы нет, нам... еще больше. Для инструментов. А я вообще-то хотел броню скрафтить, ну ладно. Да, в принципе, и броню можешь скрафтить, если так боишься. Я не боюсь, я, конечно. Ну, ты же сам сказал. Так, да, самое время сейчас сделать. Так, значит... Да вы что, издеваетесь? To make those rainbows, на-на-на, чё-то там, кого-то там. Я буду вас всех уничтожать. Я подумал, что тут будет ма-а-ад. Сейчас посчитаю, нам сколько нужно. А значит, меч дополнительно. Кирка у нас есть. Так, ну в принципе я все сделал. Топор. Наверное, пойду тебе помогать. Топор нам. Дебилусы! Они что, падать хотят? Мне кажется, да. То есть нам еще нужно 20. Ладно, я пока что дерево добуду для того, чтобы сделать лестницу. 30 алмазов. Для одного. Ну и лопату, если тоже считать. Тогда у меня хватает, Зачем лопату? Не знаю. Сейчас заберемся и будем делать там... Сколько у тебя? 62. Сейчас я приду. Блин, вообще забываю. А тебе броня хоть нужна? Ну, в принципе, не очень-то и сейчас, но в битве с драконом она очень сильно поможет. Камон 18. А он тут при чем? Там просто сообщение пришло, что... Новое видео? Да. Мне кажется, что как раз-таки в следующем видео мы пойдем в ад. Дай мне. Я сам скрафчу. Сейчас распределю. Вот. И вот тебе шляпа, если что. Просто алмазы дай. Вот, держи. Скрафт. Отойди. Окей. В принципе, ага. Ага. Одна броня, ага. Несколько штанов, а точнее... Пам-пам-пам. Так, дальше. Делаем, получается, меч. Да. Делаем, получается, вот это вот. Одеваем себе... Ой. Тут, в принципе, каждый инструмент хорошо пригодится, потому что нужно ломать слои. Даже мотыга? Даже мотыга. Или коса. Или коса, хз. Так, ладно. Так, из чего можно сделать ступени? Спасибо за палки. Из чего можно сделать ступени? Из палок. Не, вообще нам нужен каждый ступени, материал. Ступени, да, можно из досок. Из палок. Так. Я думал, ты лестницу сказал. Та-та-та-та-та-та-та. Не, ну я вроде ясно выразился. Так. Так, а что так. Еще хотел? Так, давайте так. А, меч хотел. Давайте вдвоем таковать. Так. Так-то заново. Так. Вот вообще тогда ПВП запретишь? Нет. У меня одной палки не хватает для этого. Ну, как она называется? Сейчас. А, лопат. Для лопаты. Сейчас. Дам тебе. Давай. Давалкин. Арбуз мне зачем? Не знаю, пускай будут. Ты чё тут стоишь, идиот? А чё, лежать мне, что ли? Это не ты. Итак, ладно, я пойду там. Ломать дальше. Новый, и получать новые слои. В принципе, это я не знаю. И, кстати, вода уже пропала. Это я уже знаю. А я еще и поем. А я тебе еще, кстати, не отдам. А ты что-нибудь найди новое. Точнее, сделай что-нибудь. Это... Я же сказал тебе свет включить. Почему ты не включил? Не знаю. Включи свет. Тут уголь. Сейчас. To make those rainbows, na-na-na. Я забыла, как поется. Так, ну в принципе, мне кажется, на первое время нам хватит. Итак, сейчас поедем гулять. Или путешествовать. У нас здесь есть блок этого, как называется. Блок чего? Я нашел стекло. Ну, блок угля. Ой, блин, я неправильно ставлю. Я, кстати, стекло нашел черное. Поздравляю.
А это что, арбуз? А, я забыл, песок же падает. Нужно, чтобы он не падал. И не ебал. Не, зачем? Зачем, чтобы он не падал? Ну, в принципе, еще гравий остается, конечно. Мох? Мох? Ты про что? Я нашел мох. Твою мать! Ты чё пугаешь? Я люблю уборку, нужна каждый день. Monster Hunter. Тут кстати, зомби оказался, меня напугал. Не пугайте меня тут, пугозавры. Отсюда... Алмазы, только Deep Slate, которые... Я, пожалуй, продолжу. Итак, алмазы, только которые Deep Slate. Я снова неправильно сделал. Мох. А это... Ты же теперь правильно копаешься? Коричневый песок. Ты же теперь правильно копаешься? Да. Вот хорошо. Коричневый песок? Или что это, я не знаю. Коричневый песок чего? Ну как это назвать-то? Сейчас скажу. Brown Concrete Powder. А, этот бетон. Бетонная мешалка. Неактивированный бетон. Красный песок. Как ты мне предлагаешь вот сюда пролезать? Блять, в смысле? Ты сам там дырку оставил? Здорово. За что? Мы в хардкоре. Я знаю. Да стой ты. Это чтобы арбузы, потратить. Арбузы? Зачем? Я не знаю. Ты все равно неправильно копаешься. Вот так копаться надо. Смотри. Ну, точнее, ладно, копаешься ты правильно, ты просто лестницу неправильно ставишь. А. Смотри, как ставить. Вот так. Вот, видишь? Вот так. Нет, это не надо. Это тоже не надо. Все, можешь? А, дырки. Я забыл. Да, забыл. Лазурит. Ты, в принципе, копай, я пока что лестницу доделаю. Мне хоть нужна мне факел нужна. А ты что, ничего не видишь? Вижу. Я ж тебе эффект дал. Эффект, give, night vision. Тихо. Так, ладно, спасибо. Что-то у тебя откатилось. Ладно. Доски нашел, которые фиолетовые. Круто. Так, тогда нужно использовать вот этот. А это что? Не знаю. Это конкрет какой-то. Конкрет. Конкретный конкрет. Согласен. Ща точнее, какой посчитаем. Узнаем, что это за блок. Это, конечно, все хорошо, но... Ну да. Нас заражает. Железный блок. Это хорошо, это очень даже хорошо. Его не придется переплавлять. Какой конкрет, который похож на человека? Это какой? Ну, да. Не знаю такого. Сейчас скажу. А, это терракота белая. Твою мать, фух, фух. Что случилось? Мне тут опасно спускаться. Тогда... О, обсидиан! Обсидикихиан. У тебя же есть этот кирка алмазная? Даны вообще нету. Да, конечно, есть. Так, вот так. Обсидикихиан. Мне кажется, как раз-таки на часу мы закончим. Один час? Один час. А вот этот тебе. Правильно, чтоб строил. Сколько еще тут досок? Ты мне вообще не дал досок. Каких досок я тебе лестницу дал? Нет там еще. Да в смысле? А, ой, знаете. 28 жизней. Отойди, я тут ломаю. Да, блядь. Я случайно двинулся. Ладно, тогда будем вдвоем ломать обсидиан. У тебя арбузы остались? 62.
Это хорошо, это хорошо. Так, сейчас поставим тут... Давай ты обсидиан ломай. Я, походу, шалкер нашел. Какой? Фиолетовый. Обычный? Фиолетовый. Блядь. Возможно, обычный. Сейчас обсидиан сломаешь и... Или это не шалкер? А. Ну да. Это так. Шалкер. Опа. Это как раз таки шалкер. Давай тогда ты ломай шалкеры после... Точнее, после обсидиана. Я обсидиан ломаю. Обсидикихиан. Ты можешь, чтобы обзаль сломай, только не подо мной. Это как? Это, а, вот это уже никак. Это вот эта фигня? Это вот эта фигня. Ладно, я тут... Ломаем. Ломаем. Эти шалкеры нам еще пригодятся. Ой. Так, вот это хрень. Синий песок. Это да. Угу. Блять, дай сломать. Дай, нет, зачем? Опа. Это не я. Ща, секунду сломай. Надо, чтобы под лестницей был блок. Вот так. Это был... это сейчас вот уже так. Вопрос. Вот золотой блок. Правда, не знаю зачем. Сейчас мне подожди, лагает. Все, сейчас. Подлагало. Ой, уже падать будет. Эти базы. Золотой блок. Золотая чаша золотая, наполняет ароматом чая. Ты это Игорь Лайм посмотрел? Нет. Хэппи Лайм. Нет. Так, здесь же на shift. Это сюда. А, это думаю, что меня туда-сюда. Так, сейчас будем ставить полудоски. Отойди. Да, блядь. Сейчас будем ставить 0 цел... Сейчас мы будем заниматься. Сейчас, о! Сейчас мы поставим 0,75 блок. Да. Хотя нет, вообще не о. А это у нас... Может, это переделаем их? Не знаю. Да это же лучше. Зачем переделать? Мы все равно не сможем это юзнуть. Ну, потому что, смотри, когда мы его... Красный шалкер. Да, продолжай. Короче, когда мы его юзнем, нам понадобится этот... Ты зачем тут обсидиан поставил? Точнее, незарит. Я не ставил. Ладно. Блять, у меня этот кварц уже второй день в левой руке. Зачем? Не знаю. Тут это... алмазные блоки, ёпта. Да ладно. Сейчас, подожди, сломайся. Охуеть. И вот так. В принципе, нам сейчас алмазы не очень-то сильно нужны, но спасибо. Кстати, теперь мы все можем шалки раскладывать, даже не нужно хранилище. Да. Не, тогда я пойду заберу все. Че? Поставь лестницу. Ты под... Я только что ставил, а он исчез. Поставь. Блять. Итак. За что? Я пойду все наши вещи соберу и сложу в шалкера. Давай, а я пока что займусь. А, блин, ты неправильно поставил, ты неправильно ставишь. Ну, блядь. Смотри, вот так ставить надо. Вот так. Как? Я не вижу. Ну, ты вообще... Как? Ты вообще-то рядом со мной. А. А, вспомнил. А чё, как? Конечно, еда не самая лучшая, но пока что лучше нет. Сейчас приду и позырю. Так. Где я тебя не вижу? Короче, отстань, я пошел. Какой отстань? Так. Твою! Ты живой. Я живой. Съешь арбуз. Я вообще забыл. Давай вот так вот ходить буду. Водичка. Это сейчас жестко было. Водичка. Это жестко. А ты, может, бутылки сделаем? У меня, кстати, инвентарь еще заполнился. Агась. Опа. Продолжаем копать.
Это сюда. Я люблю делать копание. Нужно это каждый день. Хотя я не играю так часто в Майн. Я просто все наши ресы сюда сложу, да и все. Итак, будем делать общий язык. У нас будут красные шелкеры. Угу. Кстати... Мы будем владельцами красных шелкеров. Ну и фиолетовые. Мы провозгласим их, мы будем ими управлять, мы создадим иерархию, мы будем управлять этим миром до тех пор, пока у нас его не отнимут. У вас выдался бан на 7 дней. Слишком много болтать. Бля. Ладно, весомый аргумент. А это у нас что? Возьму. Слышь, а есть какой-нибудь другой блок? Надоело только этого копать. Про что? Ну, какие-то бесполезные. Лед. Это синий? А, я же. У меня аж полный инвентарь. Это, конечно, печально, но. Так, сейчас будем делать. Сейчас мы будем заниматься. Это что, не я? У меня идея, я лучше вот так вот сделаю. Так, у меня почти закончились. У меня почти закончились два бойца. Это как? Стул. Рамка? Рамка чего? Я нашел энтерпортал. Точнее. Да как это назвать? Короче, спустись. Спасибо, не хочу. Я, кстати, бедрок еще нашел. В принципе, все круто, конечно, но... Как я тогда бедрок сломаю? В смысле бедрок? А, подожди, ты до портала дошел, что ли? Да. Че, реально? Вот приди сам проверь. Иду. Подожди, сейчас только шелкера расставлю. Только как нам глаза найти? Итак. Я тут. Подожди, ты реально портал нашел? Хочешь сам проверить? Только иду, нужно... иду. Только нужно место освободить тут. А то, как-то... Подожди, так если ты портал в энд нашел, нам нужно сейчас в ад пойти. Но сделаем это в следующей серии. Так что нужно сейчас заканчивать, да, и хватит шепотом, пожалуйста, разговаривать. Так. Короче, в следующей серии мы пойдем в этот... Хотя, подожди, сейчас дойду и посмотрю, там реально портал или он меня обманывает. Если там реально портал, то заканчиваем серию. Так, реально портал. Кстати, а что под бедроком еще есть? Не знаю. Еще бедрок. Подожди, нужно вот это все разломать, чтобы портал был получше. А представь, кто-то станет здесь, а кто-то случайно ударит. И чё? Минус мир. Тупо. Да. А, тогда нужно оградиться. Ну что, мы заканчиваем. Не, давай пока что оградимся. А потом мы закончим. А потом закончим, да-да-да. Так, давайте ракоты, короче. Давай хоть концовку сними. Да, и... нужно попрощаться и закрыть, чтобы случайно не выпасть. Давай Назарит поставлю, а то мы вообще не пользуемся тобой. Назарит... Давай тогда. Так, ну, все, в принципе. В следующей серии. Так, иди сюда. Так. Не настолько, один слой достаточно. Одного давай слоя. Пусть... Иди сюда. Да. Так вот. Ну что ж, всем спасибо очень большое за просмотр. Мы очень. Ставьте лайки. Да. Вот это тоже делайте. Подписку тоже. Да. Сейчас подожди. Только не платную подписку, а бесплатную. Так вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был я. И Look at the Niche. Лук это нич, подписывайтесь на него. Всем спасибо за просмотр, спасибо и всем, пока.